Доброе утро, мальчишки, мы позавтракали. Опять тучи. И сейчас едем на сборы в школу. Я иду с Антохой, Гриша идет сам слушать. Он знает, потому что его класс. Да, да, там будем все на улице собираться. Потом еще немного это с друзьями по двое пойдем. Нет. А почему? Зай, ну все расходятся, в школе не надо. Давай, Антох, пристегивай. В школе, там зайди, зашли. Я зашла, забрала справки о составе семьи и ждем девочку, отдадим пряники и поедем уже на сборы. Дети пока там развлекаются. Мы еще возьмем телефон. Нет. Такие вот пряники, здесь у нас шестерка, а там три кота. Три кота отличаются от всех трех котов только разными цифрами. Я уже не знаю, что придумывать, ну, хочется что-то разное. Это для мальчика вариант. Да? Антохе выдали портфель. Тут полный канцелярии вообще. Такой классный. Куча-куча всего. Куча тетрадок. А-а-а! Ты хочешь играть? Пошли, пошли играть. Антош, застегни портфель. А мы тут с Матвеем играем в шахматы. Правда, они тут не все, да? Чей ход наш? А ты должен открыть короля и башню. Башню. Короля никто не убьет. А король... Ходит как угодно. Да. Может убегать, да, вот так может. Наш ученик. Пошли, Гриша уже в машине, Антош. Так ты будешь с этим портфелем ходить или со своим другим? Да два буду. А, два будешь носить. Один на раз это поносила. Бля, Гриша там сидит, блин. Представьте, совсем забыла, что Антохе дали стишок выучить. В общем, пришли на сборы с невыученным стихом. Но сейчас его выучили, там всего две строчки, в общем, быстренько. Сейчас у меня пряничное настроение, готовлю параллельно еще обедик. В общем, и варю компот. На обед я готовлю вареники с картошкой. Один пакетик и два пакетика с картошкой и с капустой. Вот мы готовим либо с картошкой, либо с капустой отдельно. Но вот бабушка Галя, например, в Ейске, она так и готовит. Картошку и капусту, квашеную, обжаренную капусту смешивает с пюре, с картофельным. И готовит вот такие вареники совместные. Мы обычно нет. И я еще обжариваю лучок, чтобы потом их соединить. Вот. Вареники с вот таким вот лучком. В этот раз купила вот от такого производителя. Неправильно отрезала пакет. 50 рублей стоит полкилограмма. Здесь вареники с картошкой, вот они, и с капустой. Брюховецкие какие-то полуфабрикаты. По составу могу сказать... Просто вообще домашнее, то есть даже не яичный порошок, а яйца куриные. То есть как бы вроде бы все нормально. Посмотрим, попробуем. Я в БО-центре купила такую интересную мисочку для салата. Вот она не очень глубокая, но такая достаточно широкая. И к ней две ложки, ну и такая, типа ложки, да? Вот, мешать. И сейчас делаю салат. Это у меня помидорчики. Адыгейский сыр сюда покрошу. И чесночок, подсолнечное масло. Один, да, один. Дети уже проверяют ворота на прочность. Да, но если моя мама смотрит, как тут пряники на фоне, типа футбольное поле, не верьте ей. Это папа сказал, что что-то переделает, чтобы вот эта штука не провисала. Ну, как бы... Да. Давай. Антоха бьет. Было! Молодец! Два, один! Надо еще счет сделать, да? Табло такое со счетом. Гриша, ты забыл так? Антоха, давай! Это было немного вперед, тогда форма может... Гриша, а что у тебя здесь синее? Тебе что? Это Серега тогда это. Да? Покажи. Да папа, помнишь, он приезжал, подавал, когда разогнал. А, тебе теперь синяк под глазом. Нормально. А я и не заметила, слышь. Да, каратист, блин.
Гриша, как не все, пойдет в кимоно. Ой, Антоха, ты мне, что ли, хотел гол забить? Нет, я хотел, чтобы ты кинула Гришу ворота. В общем, у нас обкатка ворот проходит, пока еще сетки нет. Какой тот? Вот этот. Нифига себе, Антоха. Гриша, ты чуть мне не сделал синяк. Еду за обложками на тетради, а у нас вторую сторону тоже засыпали. Вот сейчас вот камушки отскакивают. Взяла несколько книг, просто образцы. Вот каких-то одной обложки, двух обложек, две книги у нас. У Антоши единственная... Ух ты, как камни полетели. У Антоши единственная взяла одну книгу, там 9 таких нужно обложек купить. Просто некоторые приходят, реально 2 пакета книг тащат. То есть там когда один или два ребенка в школе, и они... Реально все книги несут и сразу их там одевают. Я купила обложки на все книжки. А это что? А чё? А это что за английский? Не, а возле кладбища, да не, ничего нет. Твой английский. Твой английский. А, так ты сейчас, там уже сейчас. Сразу и надела? Возле старого кладбища авария? Не, а ничего это не было. Это моё. Гляньте, какой блокнот. Возле... Не, не видела, Зай. Блокнотик, возле как подушка у нас, да? Авария. Я не видела аварию. Что-то папы трансформация ворот, да? Это... Усовершенствование. Это ворота трансформер. А, усовершенствование, чтобы не провисало, да? Усовершенствование. Да, вот эти две стойки. Чтобы не погасло. Да, а это, а ты купил на еще на один, да? А, сейчас вот эти, потом еще одни, да? Что тут, мои мальчишки? Все-таки батут это классная штука. Вот уже ему 2 года, и дети до сих пор на нем прыгают. А? Обложки на книжке. Тебе на все. Еще были размеры? Да, да, да. Маме блокнот себе забери. Да? Спасибо. Баскетбол. Как вы играете в баскетбол? Рекс тоже хочет. Мы зацепляемся прям как я сломал. Баскетболисты. Да? Никак не могу забить.